Ты тоже белого гладить? Голуби летают, и на крыше мох растет. Они его... Да, да, твой мох, конечно. Они этот мох весь скидывают вниз. Белый, белый! Иди сюда! Какая вредная лиса, а? Что такое? Не дает. Не дает тебя гладить. Говорит, гладь только меня. Да. Ты обнимашки? Давай. Ну что? Все. Да. Ох ты. Лапу дал. Молодец. Да. Такая вредная, да, она. Пойдем. Не-не, не туда. Пошли на кухню. В будку я к тебе не полезу. Пошли на кухню, пошли. И ты там уже сидит. Пойдем со мной. Пошли. Нет? Ты не хочешь? Пока что рыжая не велела тебе выходить. Террорист. Затерроризировал белого. И сразу. Ну, сейчас ничего, полчасика пройдет. Сзади руки. Ой, Макс пришел. Макс уважает. Даже при нем, видите, со мной сражаться не хочет. Да. Макс главный. Он ушел. Все, при Максе шалить нельзя. Такая иерархия. А вот Макс ушел, все, можно. Так. Сейчас все будут говорить, белая террористка затерроризировала... Ой, точнее, не белая, рыжая. Затерроризировала белого. Все нормально. Белый своего не упустит. Ну, солнце выглянуло, давай уже, нападай. Такое всегда бы у тебя настроение было бы. Ну, кроме как ночью. Сейчас наиграется и на бок спать. Все? Нет. Штаны твои вот тут вот, хвост буду чесать. Где тебе не нравится? Вот, а вот это место. И дотянуться ты не можешь. И это все потому, что кто-то слишком много ест. Сдаешься? Сдаешься? Давай, признавайся. Все. Заиграл. И Алиса просто требует себе внимания. Это вот с чаем, мне стакан, видите, с Алисой. Давай. Да.
пока завтрак готовится для зверят. Все, мяса больше сегодня не будет. Только каша с тыквой. Ну, там, конечно, есть чуть-чуть мяса. Но все равно мясо выходные в основном. Да. Хотя этой плутовке достается мясо не только выходные. Птичка. Что такое? О, тебе не нравится? Да ладно тебе. Кто ночью опять приходил? На диване лежал. Утро начинается с того, чтобы лису погладить, конечно. Как лиса встает, говорит, так, давайте, гладьте меня. Как же вы меня не гладите? Оп. А, да, 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 да. Кстати, это мои руки после вчерашней борьбы лисий. Видите, как выглядит? Переворачиваешься, слишком толстая, вот так надо лежать. Если это холм, то надо хвост класть выше холма, а самой ниже холма. Тогда ты не будешь по нему сползать. Все, ты побежала, у тебя дела. Там Макс что-то делает. У всех свои дела. Белый! Белый тоже занят. Ну или еще погладить. Ну давай. Глажка лисы. Сейчас придет в себя, выпьет пару кружек воды из пруда, побегает за белым, посмотрит, что там Макс твое ест, мне так кажется. Да. Ну, беги. Беги, смотри. Нет, не хочешь? Нет. Да, 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 да. Да у меня и так уже все руки разодраны. Игроманка. Причем, заметьте, даже не бурчит. Никаких звуков. Вот. Как тебе в кадр так всю засунуть? Ну все, пойдем. Идешь? Пошли посмотрим, что там они делают. Твои пёсели. Белый вон куда-то побежал. Пойдем, пойдем. Белый, белый! А, не, ничего. Можно сказать, я ее спугнул. Реагирует. Воздух нюхает. Оп. Ну что? Все, я пошел на кухню, мне надо новый чай себе налить. Одновременно и спокойно, и поиграть хочется.
ладно тебе. Вот. Закрывай, закрывай варежку. Лапы начали линять, видите? Такие вот места. Сейчас оттуда будет шерсть выдираться потихоньку. Все. Пойду белого поглажу. Да, ты его обидела. Никуда не пускаешь. Белый.